приездом, повелитель. Благодарю. Кесрав Челеби, внук великого Мевляны, освещающего наш мир и воодушевляющего наши сердца вечным светом. Надеюсь, ты здоров, иншалла? Молюсь о вашем здоровье, повелитель. Ваше посещение нашей обители для нас большая честь. Прошу вас, повелитель. Если ты неверный, огнепоклонник, или же идолопоклонник, все равно приди. Наша обитель — это не обитель отчаяния. Даже если ты 100 раз нарушал обеты, все равно приди. В эту землю зерен, отличных от любви. Не будем засевать это чистейшее поле зернами, отличными от любви. Подойди. Поближе. Еще ближе. Почему этот утомительный путь? Раз ты это я, а я это ты, к чему эти различия между тобой и мной? После нашей смерти не ищите наших гробниц. Наши гробницы будут в сердцах мудрецов. Небо, держащее в объятиях бесчисленные звезды, несмотря на свою безграничность, вращается вокруг власти Аллаха, подобно мельничному жернову. О, душа! И ты вращайся так вокруг Каабы. О, бродяга! И ты ходи вокруг стола полного еды. Ты опьянен любовью Аллаха, создавшего мир из ничего. Твои руки и ноги уже бесполезны. Поэтому катись, как пушка, без рук, без ног по площади этой любви. Не тело, это груда мяса и костей, существующая словно тень. А твое сердце становится вращающимся человеком, душой мира. Оно обретает красоту, пленяющую сердца. Истинно влюбленный, чье сердце растерзано, становится бабочкой, кружащейся вокруг свечей любви. Потому что его физическое тело сделано из глины, но сердце из огня и пламени. Каждый вид склоняется к своему виду. Каждая звезда вращается на небе, поскольку каждый вид ладится своим видом и находит в нем наслаждение и покой. Подобно тому, как магнит притягивает железо, человек, избавившись от своей сущности, исчезнувший, обретает ничто, вращается в пустоте. О, бедный человек! Все, чем ты обладаешь, ничто по сравнению с тем, чем обладает Всевышний? Ты состоишь из ничего. Ты ничто, выглядящее, будто ты есть.
Если ты поймешь эту истину, ты избавишься от неверного взгляда.